Привет, Круз! Сегодня у нас новые тренировки. Будем учиться ездить по воде и нырять. По воде? Ничего себе, мистер Маквин! Ой, это здесь же акула! Не-не-не, я не буду. Ничего, давай я первый тебе покажу, как надо прыгать в воду и потом всплывать. Ого, смотри, какая вода! Сейчас я попробую всплыть. Ну-ка, ну-ка, полная мощность! Вот так вот, вот смотри, как я умею плавать под водой. Сейчас немного подышу, кислород. Ну что, Круз Рамирес, как тебе понравилось, как я езжу? Ох, я не знаю, осилю ли я, мистер Маквин, но попробую. Так, 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 поехала, поехала. Это здорово. Всплывай давай. У меня получается, получается. О, какие пузырьки! О, воздух, воздух! О, дышу, дышу! Классная водичка! Тебе нравится здесь плавать? Это просто здорово! Я научилась плавать! И нырять научилась! Мне очень нравится! Спасибо! Ну что, профессор, смотри! Эти тачки опять здесь забавляются! Какие будут идеи? Нужно им помешать! Что-нибудь нужно придумать! У меня есть один план! Ха-ха, сейчас! Сейчас мы бросим здесь одну прикормку, которую любит злая акула. Она здесь плавает. И она наверняка сюда приплывет и помешает этим машинкам. Ну как тебе идея? Это же просто гениально, профессор! Вы голова! Я сам не придумал такое! Ой, что это такое? Что это здесь плавает? Смотри, Круз Рамирес. О, это же рыбки, они задыхаются. Давай их выпустим, мистер Маквин. Нужно их выпустить срочно в водичку. Давай, давай, вытолкаем их быстрее. Да, они же погибнут. Ха-ха-ха, смотри, все получается. Так, нужно их вытолкать. Так, давайте толкаем их в водичку. Ну что, рыбки, плывите. Плывите же. Ой, какие вялые рыбки. Еще, еще чуть-чуть. Мистер Маквин, вот это да. Это была огромная акула. Мистер Маквин, что же мне делать? Ай, пусти меня. Так, мистер Маквин, держитесь, я вас вытяну. Так, тяну, тяну, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Давайте еще, ну, отпусти акулу, отпусти его. Ох, о, я его потеряла. Что же мне делать? Так, думай, 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 Круз Рамирес. У нас все получилось, классно. Эй, акула, отпусти меня, ну что ж ты делаешь? Ты же помнешь мне весь мой корпус, моя краска. У меня новая краска, а мне еще на соревнованиях выступать. Ай, ой, у меня кончается кислород. Ай, стоп, под воду, да хватит, хватит, ты меня раздавишь. Ой, что же делать, помогите, Круз Рамирес, зови на помощь. Быстрей, я здесь долго не продержусь. Ай. Ну, давай, давай! Ай, отпусти! Так, попробуй! Помогите! Спасите! Вот, эй! Это же вы все придумали! Так, я позову на помощь! Так, кого мне позвать? Мэтр, Мэтр, точно! Есть же Мэтр! Он мне поможет! Гоню, 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 гоню! О, как меня учил мистер Маквин, нужно быстро гнать! О, еще, 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 еще чуть-чуть! Так, ну где же Мэтр? Мэтр, ну вот ты где! У нас случилась беда, ты не представляешь! Маквин в воде и в беде! Быстрее, поехали, поехали! Какой воде, какой беде? Вы что, что вы делаете? Где он? Быстрее, надо спасать его! Поехали! Так, где он, где? Я его не вижу! Ага, это проделки этих ведер. Маквин, ты... Вон, Маквин, держись. Сейчас я иду за тобой. Я спасу тебя. А ну, пусти. А ну, отпусти Маквина. Хорошо, что я умею плавать. Сейчас я надаю этой акуле. А ну, уходи отсюда, уплывай. Ах ты, а ну, твоя зубастая акула не отстает никак. Маквин, держись. Сейчас я тебя спасу. Сейчас, сейчас, Маквинчик! Давай, Маквин, цепляйся! Давай, 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 сейчас мы всплываем! Еще немного! Ну, ну же, давай, Маквин! Не уходи от нас! Давай быстрее! Ну, дыши, дыши! Кажется, его мотор совсем заглох! Он полный воды!
Эх, профессор, у нас ничего не получилось. Опять ваш план просто погорел. Ничего, я еще с вами разберусь. Теперь главное оживить Маквина. Маквин, давай очнись. Смотри, у него полный капот воды. Мистер Маквин, ну же, заводитесь, заводитесь, еще чуть-чуть. Вы не должны сдаваться, мы верим в вас, ну, еще чуть-чуть. Так, что же делать? Что было? Я ничего не помню. Ура! Я помню только акулу. Эх, вот вы и гуки. Эй, ты что делаешь, мэтр? Мы не умеем плавать. Ха-ха-ха, вот и ваша участь. Поплавайте теперь с акулой. Отпусти, отпусти! Я не умею плавать! Кто нас спасет? Помогите! Спасите! Профессор, придумайте, как нам выбраться! Ха-ха, получили свое! Плохие машинки! Но ничего, хорошо, что Маквин живой! Да, ребят, скажите, вам понравился этот мультик или нет? Обязательно напишите комментарий, снимать такие мультики или нет. Да, и поставьте лайки, и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!